разбираю я ящик, который у меня вот здесь с посудой, самый крайний к входу. Кстати, эту часть кухни вы очень редко видите. Там телевизор, здесь ящик, и я его освободила. Что здесь? Старый блендер. Старый блендер хочу отдать вместе со старыми весами. Он у меня работает, уже я в Инстаграме разместила, думаю, может, кому-нибудь надо, но это самовывозом, потому что вести, именно вести куда-то, это проблематично. Ой, не вести, что делать? Пересылать. Для меня это проблематично. Сейчас, друзья мои. И я решила его, вдруг кто-то захочет, я его отдам. И у меня небольшая перестановка идет вот с этого ящика, который у меня в углу. Вы, кстати, часто стоите у меня вот здесь, когда я мою здесь раковина. Вот с этого угла я хочу в ту, вон в ту, в тот ящик, или как это называется, шкаф, попереставлять посуду, которая здесь далеко неудобно доставать, но я ее пользуюсь. Какие мои красивые. Тоже их сюда наверное, переставлю, мне будет удобнее брать их отсюда, не тянуться. А здесь у меня будут всякие приправы, специи и прочее. Вот эти вот тоже штуки, видите? Да ничего вам не видно. А, нет, видно. В общем, вот так. Вот эти контейнеры тоже хочу туда переставить. Там они поудобнее взял, достал. И здесь у меня уже тоже стоят контейнеры. А здесь будет соль, соусы. Видите, вон тарелки аж далеко, им неудобно там стоять. Не дотянуться прям. А я вообще ими люблю пользоваться. И жаровня у меня, вот, ну не жаровня, как она называется, для выпечки форма тоже удобная. Не дотягиваюсь и не пользуюсь. А вот если бы оно все у меня здесь стояло, под рукой, куда я сейчас это переставляю? Не знаю, прям вот эти две тарелки. Что у меня тут еще есть? А где тряпка зеленая? Вот. Наверху бокалы. И передвигать их я не хочу. Пусть там и стоят всю дорогу. Ну да, здесь у меня соусы. Еще вот такая кружка. Так, а что теперь там будет у меня стоять? Что я хотела туда поставить вообще? Лопатки. То, чем я не пользуюсь. А нет. Вот эти тарелки все-таки туда уйдут. А здесь будут сковородки. Обратно переставляем. Кольцевая подумала стирать. А у меня здесь есть новогодние. Вот такие красивые под всякие орешки. Для селедки, для всякой рыбы. Ну, это, они выглядят, как будто бы это рыбка. Обратно ставим. Вот мать. Чего бы дитя не делала, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. Каждый раз, когда я затеваю какую-нибудь перестановку, у меня муж говорит, зачем? Скажи мне просто, почему тебе не нравится, как оно и так стоит? Вот не знаю, надо. Надо поковыряться и переставить. Понимаете? Требует организм мой ковыряние. Что, мед сюда, что ли, поставить? Непонятно. Сковородки сюда пойдут. Мои новые сковородки пойдут в тот отдел. Или чашки лучше пусть пойдут что-то делать. Вот эти чашки могут пойти в этот отдел, да? Чашки могут пойти в этот отдел. Раз вот здесь у меня будет пластмассовая посуда всякая. У меня здесь еще есть что это? Что это? Печень налима. Не надо ей там уже стоять. Надо ее съесть. Печень налима. И крышки туда же отправлю. Вообще всю вот эту утварь пластмассовую. Отправлю в этот отдел. Правильно? Пусть здесь стоит. Раз здесь контейнеры, пусть все оно здесь и стоит. Только вот сразу видно, что в тетрис я плохо играла в детстве.
и у меня есть проблемки с размещением. А ну-ка. Вечная проблема. Не умею хорошо ставить. У меня все равно, хоть ты делаешь что-нибудь, все равно кажется бардак. А тут, наверное, надо какой-нибудь контейнер поставить, и в этот контейнер крышки. И тогда будет это выглядеть по-человечески. Вот, видите? Вроде все складывается. Только руку туда засунул, высунул, и все. Бедлам. Я же еще и старые коврики выкинула. Вроде вообще должен быть порядок, да? Нет, извините. Никакого порядка. Во. Вот так. И сюда же поставлю крышки, да? И они падать не будут. Или будут. По размеру не подходят, да? Или подходят? Подходят. Или влазят. Влазят. А это откроется теперь? А, открывается. Все, отлично. Запихали. Запихали. Да и вот это тоже сюда поставлю. Или здесь оно не к месту. Так, это всегда здесь стоит. Вот здесь стоит. Все. Ну, все. Теперь этот ящик нужно, который у меня другой. А, книжки еще надо туда же запихать. А куда их запихнуть-то? Непонятно. Книжки, а я их в этот, в коридор вынесу, в ящик, не в ящик, в шкаф. Теперь здесь хочу, вы где? Вы где? Теперь вот здесь, в ящике, где у меня мука всегда стоит, и вы спрашиваете, как у меня здесь стоит салфетки для стола, которые периодически меняю серые. Есть у меня вот эти фиолетовые, мои любимые, на столе. Ну, здесь вообще все хорошо. Здесь же у меня всегда стоит мука, которая, кстати, сказать, заканчивается. Здесь же у меня кастрюли всякие. Формы. Формы, формы еще. Вот не знаю почему, как-то в моей жизни случилось так, что в шкафах порядок я наводить не умею. Даже если здесь как будто бы порядок, то здесь все равно бедла. Я не знаю, что это со мной. И почему всегда так у меня получается. Я искренне стараюсь делать так, чтобы здесь было все красиво, но все против меня и становится все равно некрасиво. Так, новые сковородки будут стоять у меня здесь, наверху. У меня же еще кастрюли есть, которые в холодильнике, там с чем-то, с компотом, еще с чем-то. Их тоже надо предусмотреть место. Так, крышки все равно нужны. Это откуда взялось? И зачем оно здесь стоит? Ты зачем стоишь? Прямо вот тут. Ну ладно, вот сюда в шкаф поставлю. И мед сюда же поставлю. Все, соль у меня там стоит. Нормально. Нормально? Книжки. Книжки в коридор. Печень налима. Я ее хочу попробовать. Вот это что такое? А, это рыбу подвешиваю. Сюда же поставлю. Здесь что? Ну, здесь ничего не сделаешь. Здесь посуда стоит, а вам не видно. Здесь у меня стоят тарелки, кружки, как обычно, как у всех, и все набито. Здесь ничего не сделаешь, мало места. И здесь то же самое. Ну, вообще-то здесь надо было бы тоже порядок навести, расставить их красиво. Ну, как-то это что такое? Какого-то контейнера. Все. Здесь тоже. У меня везде все набито посудой, и все равно мне хочется еще посуды. Как говорят, у вас организовано. У нас плохо организовано. Вот вы у меня стоите всегда. Примочка эта. Ой, а здесь показывать не буду. Это
это какая? Темная сторона моей кухни. Да? Да. Вам туда еще не надо. Там сначала надо порядок навести. Все, друзья мои, здесь я чуть-чуть разгреблась. Ну, наверное, я сейчас начну с этого ящика, потому что там просто ужас ходячий.